Всем привет! С вами Андрей Санар, и сейчас я нахожусь на берегу реки Вокса у Лосевских порогов. И что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем пробовать топить наш большой моторный рафт. А может быть и не будем топить, потому что очень холодно. Но покатаемся по порогам однозначно. Кругом одни рафты, причем все рафты тайм-триаловские. Один сплошной тайм-триаловский рай. Рафты тайм-триал повсюду. Правильно, здесь же находится база Кивиньеми. Здесь прокат рафтов. Здесь также проводится нынче чемпионат России по рафтингу. Так что обилие рафтов здесь неудивительно. И то, что здесь рафты тайм-триал, тоже неудивительно, потому что тайм-триал — это самые лучшие рафты. Народ ходит вокруг моторного рафта, удивляется. Тут лежит куча волнобойчиков. Это наши новые самоотливные покрафты с самой-самой передовой схемой самоотлива. Вот тут можно рассмотреть в подробностях, как выглядит эта схема самоотлива. Собственно, она скопирована с наших же рафтов типа Sprint. На базе царит оживление. Скоро будут рафтовые старты. Все кругом желтит от желтых эмблем тайм-триала. О, первая команда пошла. Им надо вон в те вторые ворота попасть. Видишь, они выходят во вторые ворота. Мимо. Теперь надо в третьи. Давай. Есть контакт. Третьи мимо. Нет, одни прошли. А? Одни прошли. О, прошли. Чисто причем. А третий нет? Чемпионат среди юниоров в самом разгаре. Только что наблюдали эпичнейший оверкиль рафта. И я думаю, он здесь будет не единственный. Водичка такая интересная. Вот по такой водичке моторафт я погоняю уже в предвкушении. Четверка идет валом. Заходит на первые ворота. Ну, по идее, посмотрим сейчас. Вроде бы неплохо, но слишком не доехали до той вешки дальней, поэтому оказались слишком близко к этому берегу и далеко приходится идти. Надо было идти ближе к той дальней вешке, на скорости в ту сторону, тогда бы они доехали. Вторые промазали. Не доехали. И в итоге трое ворот как минимум по полтиннику. Короче, надо пройти на скорости туда, как можно выше над вторыми воротами. Развернуться в эту сторону носом и уже траверсом в эту сторону идти вторые, третьи, четвертые. Вторые не идут. Четвертые сразу. Эп. Слушай, ну много где, да? А, они не хотели. О, кстати, эти сейчас больше всего ворот-то возьмут. Классно. Ну вот это и есть, да, те тогда... То есть они на вторые забили, блин, да? Да, да, вот это правильно. Сейчас они еще там пятые возьмут, да, пятые взяли. Если бы они так же попали, но на скорости, это было бы правильно. Кстати, тоже вариант, да, зачем эти ворота, когда можно наоборот зайти туда и... И сразу раз, два, три.
это было бы лучше. Но они все почему-то стремятся именно это, первые взять. Кто мне это самое, не думает. Девчонки, что ли? Да. Девчонки лучше прошли, блин. Да смогут, смогут, смогут. Вот еще волнобойчик. Бэм. Ну то, что ему там будет сухо, это нормально. Конечно. Опа! О, о, видишь, как поймал, блин, и все там отлило. Давай, 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 давай. Ты что берешь, что у него детская. Весло 1,80 м какой-то. Я говорю, детская. Ну что, отожжем по полной. О, какие крепкие ребята. Вчетвером взяли моторавт с мотором и понесли.
Тут всем брелочков выдавал или еще нет? Выдавал точно или нет? Не выдавал? Нет. Держите. И вам тоже можно. Спасибо. 4, еще 2. А, хватайте. Че, нету? Хватайте. Это вы на их рафтах. Точнее, на наших рафтах катаетесь. Сколько шестерка стоит? А? Шестерка купить сколько стоит? Шестерка сколько стоит? Тренер подумал, в районе 95. 95? Ну, выбьем, короче. Спринт подороже, спорт подешевле. А это вот под мотором кататься. Ну, а вот эта штука, что... А это чтобы если перевернуться, то мотор не залило, что ли. Кому брелочков не хватило? Сейчас еще пойду за партией. Отлично провели сегодняшний день. Посмотрели, как соревнуются наши спортсмены на наших рафтах и наших покрафтах. По волнам поскакали. Здесь такой порог интересный. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!